Так, друзья, мы возле Бабушкинского районного суда Москвы. Адвокат Ольги Кузьминой, Екатерина Тертухина. Екатерина, как прошло сегодня судебное заседание по Ольге? Судебное заседание было назначено на 12:00. Ровно в 12:00 началось судебное заседание. И было отложено в связи с тем, что Ольга Кузьмина не пришла в суд. Как только заседание закончилось, Ольга действительно подошла. Это было время 12:05. Мотивировала свое опоздание тем, что инспектор СИН дал ей разрешение вовремя. Как только она разрешение получила, она тут же прибежала в суд. Заседание отложено на 23 августа на 10:00. А то ходатайство, которое вот сейчас уже распространяется прокуратуры, что они хотят взять ее под стражу в следующем? Прокуратура сказала, что в связи с тем, что Ольга Витальевна опоздала, в следующем судебном заседании они будут ходатайствовать о заключении ее под стражу в связи с тем, что она нарушила условия нахождения под домашним арестом, не явившись сегодня в суд вовремя. То есть 2 минуты вот эти? Да. А позиция опеки можете сказать? Надеюсь, что позиция опеки будет такая же, как у меня. Мы должны до конца отстаивать права и интересы Ольги Витальевны. То есть будете биться? Конечно. За домашний арест? Понятно. Ну и... Будем биться за отмену домашнего ареста. Угу. Хорошо. И если можете сказать что-нибудь по поводу вот карательной психиатрии, которая в отношении нее применена? У нас есть заключение врачей, экспертов, которые сказали, что Ольга Витальевна невменяемом состоянии в момент совершения преступления и в момент и сейчас. Называть ли это карательной психиатрией, я пока не готова, в любом случае решение за судом. Но она же пробыла в пыточных условиях и сейчас, может быть, отправится опять. 3 дня она была в психиатрической больнице. К ней не могли, поскольку это была экспертиза, к ней не могло быть применено никакое медицинское вмешательство. А вот в случае, если уже суд примет решение о применении к ней мер медицинского характера принудительно, то тогда, конечно же, уже возможно и медицинское вмешательство, таблетки, уколы. А сейчас, если ее под стражу заключат, это будет СИЗО обычное или все-таки? Я не знаю. То есть все возможно, да? Все возможно. Да, друзья, приходите обязательно на суд, поддержите Ольгу Кузьмину. Вот, спасибо большое вам за комментарий.